Зул. Зул, некромант, это новый герой. Каждый новый герой, он отображается вот. Не, я догадался, что это новый герой. Мне просто интересно, что за он. Сколько интересно стоит? Понерфили его, уже 10 тысяч. Когда новый герой выходит, он стоит 15 тысяч. А когда его понерфят, он стоит 10. Два убийцы. Ха. Да. Убийцы, потому что дальний бой. Я бы мог взять невидимку новую. Тоже невидимка. И бегать вместе. Мучить всех. Давай так и сделаем. Давай. Бою готово. Снайпер же нова. Сейчас скину на нем. Да. Скин с Диабло 3 на нее. Амазонка с арбалетом. Это на самом деле вот эта раскраска просто цвет. Он меняется в зависимости с прокачкой уровня. Он открывается. Просто цвет открывается с прокачкой уровня. Поэтому у тебя тоже это все будет очень скоро. Смотрел я там на видео этот драку, так называемую, MC Noize и Хованского. Что-то вообще там ничего так это не заснято. Я не то смотрел я. Доволен нашей группой? А, хиллера нет. Я не люблю играть без хиллера. Вообще без хиллера оно все проигрышное очень. Ну, слава богу, у них тоже его нет. Да. Мы как-то играли в пятером. У Лимин мясо мы рвать будем. Новое, ну не знаю, не играл против нее за Ратулом. Ну, оно барак, конечно, проблемный. Будет, потому что жирный. Зула я не знаю. Ну, вот Сильвана. Посмотришь. Сильвана будет уходить на тенях, ну тоже, в принципе, догнать можно, если вот ту качну, которая преследует цель. На самом деле, один на один, вот если Заратула нова, то Заратула режет нова. Помню, тут скиллы поменяли, поэтому нужно сейчас читать мне. Жесть, конечно. Это точно.
думать. Лайн пустой. А? Ты убил первый или второй? Я убил первый. Хи. Изи. Да уж. Эх. Надо поосторожнее чуть-чуть. Лимин стонать просто будет от того, что тут два инфизера. Правда, мне линии вообще никак не пропушить, потому что у меня так, точечные удары, пойду на серединку. А Лимин сюда тоже на серединку перешла. Смотри, смотри, какой парень тут летит. Шикарно, просто в нужный момент выскочил на него. Где ты, жук? Выходи на смертный бой. Блин, он в жука попал. Ой, почему он не работал скилл, когда... Ой-ой-ой-ой-ой. Ты спалил? Да. Скиллами? Конечно, кастанет скилл сюда. Блин. Уходи. Я просто стою, потому что я выйти не могу. Чего? Они меня ищут тут. Так я аж выхожу нормально. Еще повезло, что она скилл не закинула туда. Но она закинула, но она промазала немножко. А потом я за маскировку включил, там она подумала, что это я. Надо отступить на время. Ой-ой-ой, там наших ребят. Блядь. Как убить их тут? Да, с помощью. О, вот я думаю. Ого. Ой, ой, ой. Промазал. Как я? Шикарен. Славик мог бы не говорить. Все равно они забрали дар, ну как так? Выполняю. Тут Нова где-то шарится. Прикрой меня! Блять. Все без дам. Выполняю.
грохнули. Интересно даже, где это происходило. Вижу этот шар и вижу, что лагаю, не уходит. Вот все. Немыслимо. Сейчас вы испытаете мой гнев. Нас прокляли. Походу нас тут разнесут, конечно. Уже 11-9. Ну ты не играешь вообще, понятно. Почему не могут потащить, пока я АФК, наши союзники? Вот интересно, почему? Блять, это копия была? Скажите. Нет, копия была. Нет. А, сейчас она написала копию. Я вернулся. Добейте, добейте вот этого хрека. Ты не попадаешь, что ли? С хреком своим не попадаешь. Да, кстати, у меня проблема попасть. Честно скажу. Ну, не так легко. Когда глючит все-таки. Когда не глючит тоже. Подрасчитать, как он там полетит. Слышимость отличная. Пойду Сильванку накажу. То совсем офигели. Как он меня словил? Или у него на рейнже кидается это? У кого? У меня в какую-то хрень, так какой-то с земли появляется и держит меня, да. Да-да-да, это... На рейнже в таргет или в область? В таргет кидает. О боже мой, так это вообще читерский скилл. Читерский, читерский, такая есть. Да. Как он отхилился, я вообще не понял. Поднесите мне дар, или будете проклятым. Живучая гадость. Ну, прыгни ты на эту учетку, да все. На самом деле, жук мог подкопаться под Сильвану и убить ее, а не просто сбежать. Они где-то в кустах, может, или на базе там телепортируются. А ты где бегаешь? В поисках уродов.
Ты мощный чувак. Приду, сейчас помогу. Да, что я переоценил свои способности. Я забыл, что я вампиризм не вкачал, блядь. Блин, нам базу проносят, пока мы тут фигней маемся. Ничего нам не проносит, у нас шедевры нормально. Ай, все равно далеко все, очень-очень далеко. Ой, гномика сейчас подбил. Тимплей у них, конечно, хороший. Ну а что за тимплей? Не тут. Блин, я промазал опять. Так будет уже эту новую, я уверен. Да, она идиотся каждый раз. Кто? А, вот. Телепорт. Сильвана или кто там был? А, Сильвана, она же умеет кидать этих. Ну, штук. Я понял. И телепортироваться на призраков. Как ее словить перед головой? Эдвард активировать. Сюда на дар придут опять. Вот за это мне столько и платят. Выполняю. Жесткий этот все же скилл этого чувака. Зула. Очень четкий. Просто меня как щенка ловит, блять, и пиздит, чё. А он всех так? Так хотел чётку крикнуть. Ну развернись ты до Сильвана, он уж на ходу стреляет. Ай. Хороший способ использовать скилл. Босса берут, скорее всего. Не знаю только какого. Слышимость отличная. Наверное, тут они. Они просто все здесь уже. Да? На базе на марш. Хотят пронести втроем. Да. Четвертый. Просто, блядь, развернулась и по щам не кинула. Ой, сейчас если на развороте, то бахнут. Зачем так с малым хп было бежать?
минус 3 я вижу. Я тоже умею ульт кидать куда надо. Пуляет только так это надо потом. Куда уже потом уже прицапливаю. Пойду заберу удар. Хоть один возьму. Так смело врывались. Ты что-то так любишь АФКшить? Куда я с кем переписываюсь? Ну, с кем? Лиза. А, меня она игнорит. А я сегодня с ней чуть-чуть мне переписывался вообще как-то пресно-пресно. И потом сейчас вечером писал, типа, и чего это я не пишу теперь. Она, типа, чего ты не пишешь? Да. Какого типа хрена? Ну и какого хрена ты не пишешь? Ну, сейчас пытаюсь объяснить, какого хрена. Она так, она, не знаю, может занята чем-то была, но со мной она сейчас не переписывается, хотя я тоже писал. Ну, она бывает так, я так понял уже, что может на всех внимания не хватает. Да я этот, когда ей написал вчера личное сообщение еще, как там дела, просто то, о чем. Сколько раз заходила в контакт, так и не ответила, даже типа не прочитала, типа не видела. Не видела бы что? Нет, я не спрашивал почему. А просто ты заигрался, я не услышал, что ты говоришь. Говоришь, что я ей вчера вечером что-то писал, но она сколько в контакт заходила, и ночью заходила, и просто не отвечала ни хрена. Там прочитано было? Нет. Ты, может, не видел? Нет. Потому что она и вчера, она с чем-то вчера занята была. Хотя вечером где-то, может, часов так 9 она еще не знаю, что написала. Потом уже разносит нас, товарищ. Двойное убийство славик дает. Двойное убийство ты сделал? Нифига себе. Вот так, coming back. Он что, регенится этот штаб вообще или нет? Он не регенится, у него бронька только там, которая... А, я понял, щит такой энергетический. А, короче, отстой, тогда мы проиграли точно. 21% им собраться просто и еще раз накинуться на нас и все. Что в доте, да, регенится, что? Да, в доте, значит, шанс есть какой-то выиграть. Жесть, это пульт скоро чуть камнем не убило только что. Чуть камнем не убило. Блин, я
не знаю, что делать. У них все линии целые. Просто все линии целые. Я типа тут ускакал такой, а на самом-то деле вот он я. Ой, как ты дал. Это ж ты дал, да? Да, это я. Промазал? Ну как так-то? Там пол хп ему максимум стянул. Вот, видишь, пол хп, и сейчас бы он мертвый был, если бы я тогда попал. Блин, а почему мы не пришли с мной? Троем же мы были, блядь, я один кинулся на них. А, ну так бывает, частенько. Они вроде где-то так, на шага два назад позади тебя стоят и... О, прокляли их, все, мы сейчас тащить будем. Ваши враги падут. Ну, пора проносить линии. Блин, Сильванка сейчас тут нас... Грамотно, грамотно, сносит линию, чтобы можно было потом бомбить. И меня не хватает на нее. Чтоб я вышел так и наказал. Потеряли крепость. Блин, промазал. Выполняю. И это ушло. Не, фиговенько что-то. Бойцовский лагерь захватил. Пошли захватить. Все, дерьмо сидим. Отличный бой, Заратул говорит. Его все устраивает. На самую хиленькую решил напасть. И выехал. Сейчас к тебе иду. Так, не отходите. Почему у него урон не зашел от твоей дикой плюс? Давай. Ааа, все, ты отравлен, ты сейчас умрешь. А кто помочь тебе, Славик, честно? А, так ты мне помог, на самом деле, все нормально. Просто он отравил, там дикая способность это. Ну же, ну, бляха, муха, да почему скиллы не пускались? А, босса позвали. Ну не босса позвали, ну я все равно мог забрать эту самую Сильвану. Я тыкаю на скилл кинуть ядерную ракету на нее, он не работает. Плюс у меня Очумную ракету? Это вообще не понимаю. Глюченная меня бесит. Хотя здесь, наверное, поражение не так воспринимается, как в той же доте. Да конечно, Славик, я тебе говорю, я доту, блядь, даже удалил, потому что реально. Ты пиздец просто. Какая веселенькая игрушка тут. Такая, знаешь, зашел, что-то там попекулял. Черт, давно пора. ММР не теряешь никакой. По крайней мере, ты его не видишь. А так. Есть. Буду продолжать совершенствоваться за Заратула. Мне очень нравится этот герой. Я буду Тайкусом. А тебе, кстати, Тайкус неплохо тоже заходит. А пулеметчик еще тот. Внешне кажется, что он должен всех крошить. У него же целый пулемет. Да.
На этой карте, вот, кстати, меньше всего лагает. А, у нас тут мало очень этих самых объектов. О, за меня крутая чувиха хилер. Лилин, да. Я к тебе на лайн сейчас стану. Не охотник вышел. Охотится. Пойду телепортнусь отсюда нафиг. За нас леданчик? Да, представь себе. Тоже я слышу, там нормально. Я немножко не то, я не переписываюсь. Продать что-то? Я хочу просто продать эти самые. У меня с коллекционных изданий там осталась фигня, типа, к этих магнитиков, там, карточек, там. Вот, у меня спрашивают, типа, сколько продать хочу. И отсоединился. Надеюсь, что ненадолго. Пизда мне. Тайкус разрывает всех? Да. Так может мне не возвращаться, если он там тащит? Я славен, так как ты, он точно не будет тащить. Наверное, бородатый анекдот уже стал. Когда-то в Лигу Легенд играли в пятером, дико проигрывали, там уже все на издыхании были. И вылетел один игрок за трава. Вместо него бот стал играть. Этот бот всю игру затащил, вот просто один. Просто было нечто нереальное. Когда нужно, выскакивал, кидал скиллы, какие нужно. Просто в одиночку мог там двоих-троих положить просто. Так четко отыгрывал, что
что мы попросили чувака не заходить обратно в игру, чтобы выиграть. То у него там интернет закончился. О, я мертв. То есть бот тащит, я понял. Восьмой, шестой? Мины, танчик, тут танчик где-то. Танцующие мины. Что мне этот бот вкачал? А, кстати, нормально он вкачал. Эмпирическую атаку можно тащить. Нашего бьют, нужно нашего дефать. А, сейчас все боссы не искали. Меня просто размаслали, честно. Тут всех размаслали. Только Назиба спасся бегством. Не знаю, может, мы как-то неудачно построились, там атаковать неудачно стали. Наш выбор героев вообще что-то не тащит против вражеского. Мы самые с тобой каличные, говорят. Боги Ходса оказались каличами. Их уже убили? Боги Ходса. Десятый левел не взяли, это жесть. У них уже 12. Ну. Ой-ой-ой, как не прописали. Да. А, ну не уйдешь тут никак. Жесть. По одному так сейчас будем выбираться. Блин, ну там двоих можно было убить, почему никого не убили там? Эх. И волк ускакал, и Иллидан меня грохнул. Одно расстройство.
быстро бегает. Да, бегает, не то слово. Берегитесь, союзник. Я меня упасил. Да, это весело. Ну, нашего босса бьют. А мы там воскрешаемся. Дело за тобой, дружок. Да, больше всего урона по героям. Один килл у нас. Слушай, кто это сделал? Это ты сделал? Ты один килл сделал. У меня тогда рядом даже не стоял. За помощь. Он слоу хп ушел. Как такое возможно? Спасибо, прикольно. В кустах стоит и все. Ага, Элидан под мастера идет просто. Конечно, мне пизды дают со скоростью, блядь, света. Все, мы уже не выйдем с базы. Сыграю все. Так, тоже на самом деле так. Повзрослели уже, это детство могли, блядь, сутками играть напролет. Да, не представляю, чтобы сейчас сидеть так с утром сесть. Ну хотя знаешь, понимаешь, в чем дело? У нас в детстве, понимаешь, игры не сессионные были. Наши были на прохождение в основном. Ну, не считая там Counter-Strike и так далее. В основном, ну, вот, например, Готику. Там зашел.